Мы будем ходить, будем здоровы и будем, конечно, богатыми. Не только за здоровьем, но и хорошим настроением выходят участники клуба скандинавской ходьбы на трассу. Сегодня к участникам губернаторской программы «Активное долголетие» из Ленинского городского округа присоединились их коллеги из Домодедова. Сейчас центры социального обслуживания в этих округах объединили в одну организацию. На старт! Внимание! Марш! Общая длина дистанции 3 километра, но главное в этом мероприятии было не только в том, чтобы преодолеть непростую трассу, но и в общении и обмене опытом. Нам было сегодня очень приятно показать им мастер-класс и показать подводящие упражнения. Упражнения, которые мы выполняем, они много нового взяли от нас, и мы рады, что мы показали нашу спортивную форму Ленинского района. Всего в Домодедовском и Ленинском округах скандинавской ходьбой занимаются порядка 170 человек, но сегодня на дружеский марафон вышли 45 спортсменов-любителей. Первой пересекла финишную черту гостья из Домодедова Вера Наместникова. Трасса понравилась. В лесу комфортно. Наслаждение получаешь от ходьбы и от природы, которая окружает рядом. Спасибо. Всем участникам марафона вручили памятные медали, а руководство Центра социального обслуживания Домодедовский уже пристально изучает мнение получателей услуг и строит смелые планы. Таких мероприятий, я думаю, будет достаточно много, не только в форме именно спортивной какой-то, но и арт-терапии, и какого-то там творческого потенциала в формате пения или танцев. Думаю, эти мероприятия будут теперь часто совместными проходить. Завершилось мероприятие чаепитием. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.